Всем привет! Это третий день, когда наш котик живет уже дома, а не на улице. И сейчас мы наблюдаем за ним через окно. Котик у нас живет на балконе. На балконе чисто, потому что недавно мы все убрали. И это очень здорово, потому что для котеночка нужен карантин. Нужно, чтобы он побыл в отдельном изолированном помещении. Вот видите, немножко чешется, потому что у него блошки. Мы его еще не купали. Я вам напомню, что это всего лишь третий день, когда котеночек живет у нас дома. Вот вы видите, я купила ему лоточек, мисочки, и у него есть большая коробка. Ну и чего ты там сидишь? Он немножко натоптал здесь. Вот его лоточек. Немножко натоптал, надо сегодня помыть полы. Вот это еда свеженькая, водичка. Ты чего там сидишь? А? Это кто там сидит? Выходи давай кушать. Кто там сидит? Кто там сидит? Это кто там? Да. Кто там сидит, кушать не выходит? Это кто там сидит и не выходит кушать? Выходи. Да, выходи. Ну ты чего? Выходи. Выходи кушать. Ты такой умняша. В лоточек попися. Иди кушать. Иди скорей. Ну? Кто там сидит? Кто там сидит под стеллажом и не хочет выходить? Кто там сидит? Котик маленький там сидит. Выходи кушать. Давай. Ну что, тебя опять ловить надо, да? Ловить тебя опять. Ну, мяу, выходи. Ты же знаешь, что все вкусно. Давай. Ну. Выходи кушать, давай. Выходи. Ты где? Вон твоя лапа. Ну, хватит прятаться, выходи. Ой, кто это там? Это кто там спрятался? Да, выходи скорее кушать. Давай. Ну, ой, чей-то хвост. Так. Иди кушать. Кушай, кушай, кушай. Ну, выходи кушать, выходи. Ну, кто там под стеллажом кушает, а? Ну, кто там кушает под стеллажом? Решил яичко покушать.
давай покажись всем. Ну, покажись. Вот какой я красивый. Вот какой я. Вот какой я. Ну, глазки уже видят, хотя еще немножечко болят. Правда? Правда? Ну, помурлыкай немножко. Ой, что тут? Блинка. Помурлыкаешь чуть-чуть? Ну, как ты вчера мурлыкал? Ну, ты же мурлыка. Ну. Завтра к врачу пойдем. Ну, помурлыкай чуть-чуть. Давай. Ну. Ну, чего ты? Вкусно покушал, да? Вкусно покушал. Ну, ты мой холёсик. Вкусно покушал. Малыш сейчас вкусно покушал, да? Котенок обедает. Так, тут у него коробочка пока стоит. Тут лоточек, там игрушка. Туннельчик, кстати, он через туннельчик уже ходил и обнюхивал игрушечки. Я попробую приблизиться. Да, пока он у нас живет на балконе. Пока мы его не вылечим от блошек. Балкон у нас чистый. Сегодня я уже еще раз помыла его. Ничего лишнего на балконе у нас нет. Пустые стеллажики. И все. Только вот эти вещички, которые котику принадлежат. Вот такой он хороший. Кстати, сегодня он уже меньше боится, уже стал выходить из-под стеллажа. Выходит, сидит и смотрит на меня. Вот сейчас. О, весь бульончик он вылокал. Я ему дала с бульончиком еду. Теперь кушает. Тепленькая еда. Там мяско. Куриное. Потом говядинка. И половинка яйца куриного. Даже четвертинка, я бы сказала. И бульончик.